видите, вот эта сторона, она как бы вот пламя пошло, там у меня товар загорелся, а вот пламя вот горело вот здесь вот все. Для продавца овощного ларька Кизил Рамазановой рабочий день начался с ведра и тряпки. Сегодня не субботник. Металлический лоток на улице Чайковского загорелся около часу ночи. Огонь уничтожил весь товар, оборудование и личные вещи продавца. Фрукты были там на 50 тысяч. Все свежее он сейчас привез. Пустая вот этот ларек. Его тоже в аренду он берет. Хватит за него денег. В этом ларьке Кизил Рамазанова работает 3 года. Овощи и фрукты постоянно покупают жители близлежащих домов. Женщина рассказывает, что ни с кем из покупателей никогда не конфликтовала. Некоторым отпускала товар в долг. В середине июня произошел вопиющий случай. Крепкий мужчина потребовал у нее фрукты бесплатно. Я ему все отдала бесплатно. И бесплатно ему отдали? Да, он говорит, мало давай еще, пускай мои дети кушают. Вот так вот. И в противном случае обещала. Да, я как раз несу один звонок, и твоего ларька здесь не будет. Сейчас специалисты государственного пожарного надзора по факту возгорания проводят проверку. Если кто-то грозится поджечь, то это занимается сотрудники управления внутренних дел. Будут сотрудниками государственного пожарного надзора проведены проверки и по факту поджогов. Но в течение 10 дней данная информация будет установлена. Кизил Рамазанова говорит, сегодня приведет ларек в порядок и уже завтра приступит к работе. Возможно, ситуацией заинтересуется в полиции. Георгий Колчин, Ольга Ковалева, Сергей Ватин. Место происшествия.